работа. Что ты предлагаешь? Я уверен, что в таком месте можно найти какое-нибудь топливо. Посмотри, мы пока попробуем что-то сделать. Если мы его не достанем, ты его поджаришь. Мерд, не трогайте меня, пожалуйста. Я только делаю свою работу. Я тебя не трону. Ты серьезно ранен? Нет. Кажется, я в порядке. А ты кто? Я из телефонной компании. Хулиганы достали, понимаешь? Что? Мне понадобится твой телефон. О, я сбит с толку. Отдай мне телефон, Франсуа. Значит, это жертвенный пингвин. Хвалю месье Колдебефа. Неплохая фотография. У нас есть совпадение по внешности из базы данных ЦРУ. Норман Сот, гражданин США. Что это за идентификационный код? Это значит, что он работал на управление? Нет, это значит, что они не знают. Я провожу его через эшелон. Может быть, мы где-то через час узнаем, где он. Всем спасибо за прекрасную работу. Удались оттуда, Фишер. Коэн ждет снаружи для эвакуации. Правильно. А что правильно? Сегодня 8 тысяч солдат США прибыли в Восточный Тимор. Это самое... Военная разведка сообщила, что руководитель Дарадан Доос Уходи Садона несет ответственность не только за кризис с заложниками 28 марта в посольстве США в Восточном Тиморе, Абрахимом Жаркежи по разработке программ для урегулирования грузинского информационного кризиса были признаны успешными. Спорадические столкновения с Дара-Дандо вдоль границы Восточного Тимора. США не потеряли. Воздушное пространство Франции. 2 апреля 2006 года, 21 час 49 минут. Что скажешь? Мир — это маленькая, противная, сложная штука, и все умирают одинокими. Что скажешь о Нормане Соте? Он маленький, противный и сложный. То, как он умрет, зависит от него. Похоже, Сот сам не знает, работает ли он на ЦРУ или нет. Не верь мне. Я прекрасно разбираюсь в людях. Значит, мы поэтому так хорошо уживаемся.
отличает другого. Именно. Пока мы не убедимся в обратном, мы не будем относиться к нему как к врагу. Поэтому не уничтожь его прикрытие. Любая тревога означает окончание миссии. Если суд увидит тебя раньше, чем ты будешь... Это включает его убийство? В чем же затруднение? Два места в плацкартном вагоне. Похоже, как минимум два террориста смешались с гражданскими лицами в дешевом вагоне. Но тебе придется действовать в закрытом пространстве. Я бы не стал применять. Не будет места, почему не берешь? Здесь ничего. В смысле груз? Заткни. Что? Здесь никого нет. Приятели Брунтона из ЦРУ связались с нами. Правая нога Сота — это протез. Очевидно, он наступил на мину. Может выглядеть иначе на термале. Идеально. Мещею, это вы просили затычки для ушей? Ах да, мне очень жаль, но я не могу найти ни одной пары. Если ваши соседи снова начнут кричать, не стесняйтесь и вызовите меня, и я попрошу затычек. Спасибо, мне очень жаль. Просыпайся, Поиндекстер. Для начала скажи мне, кто ты. Я твой дядя Сэм. Пришел убедиться, что ты до сих пор служишь мне. Почему я должен тебе верить? Тебя зовут Норман Сот. Спроси меня о каштановом дереве. Хорошо, замечательно. Что ты здесь делаешь? Если люди, с которыми я еду, увидят, что мы разговариваем, они убьют нас обоих. Тогда очень быстро расскажи историю Асадона. Это работа на управление. Объединенные шефы хотят вооруженного присутствия в Индонезии, и моя работа была частью плана. Это все, что я могу сказать. Кто тебя ведет? Клифтон Финч. Что насчет криогенной лаборатории? Сэр? Что на этот раз? Вас к телефону. Не высовывайся и не шуми. Извините, что разбудил. Это он. Это новый телефон? Мы вставили новую карту всего час назад. Хорошо, пошли в вагон-ресторан. Я не хочу говорить здесь.
Он ведь врал насчет своего агента, да? Финч ушел на больничный на 1.5 года. Сломай его ноутбук и отследи сота. Проследи за этим звонком с помощью лазерного микрофона. Мы пока не можем рисковать под прикрытием сота. Фишер, нам нужен этот телефонный звонок. Ставлю доллар против цента, что он говорит с Садоном. Но для начала взломай его ноутбук. Он может рассказать то, чего не скажет сот. Все зависит от нашей массадовской утечки. Я не знаю, 80% может быть. Просто у меня очень плохие предчувствия насчет этого поезда. Мне кажется, что наше прикрытие полетело ко всем чертям. Не вешай трубку. Нет, это у меня просто такое чувство. Кажется, сейчас говорить небезопасно. Хорошо, но делай это быстрее. Я рад. Шинбет? Ты шутишь? Я почти не верю, что Моссад, а тем более... Конечно. Всегда убеждайся в том, что они знают, что ты делаешь. Точно. Это шутка. Да, Майнгут, я могу идти? Еще 4 дня, а потом ты пули не пробивай. Сейчас говорить небезопасно, мне надо сойти с этого поезда. Нет, я не могу. Это невозможно. Конечно, до следующего раза. Хорошая работа. Грим? Секунду. Сфокусировавшись на тимурском мамбо ради целесообразности, наш переводчик начинает свою работу через пару секунд. Не спеши. Вот. Спрингфилдская демонстрация. 80% плюс жертвы. Кастер будет доволен. Что бы это значило, черт побери? Ничего хорошего. Как насчет этого? Может быть, ежедневные телефонные звонки, чтобы отложить выпуск? Переводчик все еще сомневается. Да. Нам нужно проделать большую работу. Забирайся наверх, Фишер. Мы вытащим тебя оттуда. Ты можешь попасть на крышу через дом переднего мага. Индонезии заявили официальный протест против предположительно американских вылазок вдоль тиморской границы. И если правительство Индонезии и дальше будет пытаться мешать нашей борьбе с терроризмом, мы заявим о своем недовольстве. Изгнали Дара Дандоа с Восточного Тимора, уничтожив отдельные группы этих партизан. Ситуация в Индонезии должна нормализоваться в течение... Американским войскам на ограниченное количество вылазок на индонезийскую территорию, но только под наблюдением. Воздушное пространство Израиля. 5 апреля 2006 года. 0 часов 12 минут. Ламберт, ты думаешь, что мне нужны эти 2 няньки? Я ведь большой мальчик. Сэм, в этой миссии нам придется работать с местными властями. Это связано со счетом, о котором мы узнали из ноутбука Сота. Прошел крупный платеж для благотворительного фонда, прикрывающего сирийскую террористическую группу, работающую в Иерусалиме. Я знал, что Пингвин у нас благотворитель. И? Подробности получишь на месте, большой мальчик.